Давай, короче, играем. Все, прошу всех начинать матч. Просто идите к своему столу, кто знает, кто это партнер, куда придет или увидите. Не забывайте вести протокол сквозным в общем счете. Не забывайте нажимать на часы после своего хода. И игра с часами обязательно. Ну что за задержка, блин? А напомните, как фамилия ваша? Пролов. Пролов? Да. Блин, сливайся. Свои зарики, да? У меня есть, да. Есть? Зеленые? Да. Хорошая игра, сейчас сделаем это. Я думаю, это не важно. Еще? Конечно, я записываю. После этого тура у нас обеденный перерыв. Еще раз напоминаю, кто хочет питаться здесь рядышком, прямо за стеной зала, поедет. От ресторана там подают, от отеля подают обеды. 800 рублей талончик. И вон у девушки симпатичной в углу, Даша зовут. Да, где магазинчик? Там талончики по 700 российских рублей. Поднимите руки, у кого нет партнера за столом теперь. Поднимите руки, у кого нет партнера за столом. Раз, вижу руки. Только одну руку вижу. Это 32-й стол. Еще есть где-то люди, кто ждут партнера? Все пришли, да? 32-й стол. Играют. А Гузаров, а Габабянов, а, все понятно. Марат, ваш партнер там интервью дает, поэтому мы часы включать не будем, сейчас у нас заводится. Партнера нет или вопрос? Пишет нет. Чуть погромче, а что? Она не идет. А то черный не хватает. Раз, два. Thank you.
Желающие зарегистрироваться на блиц-турнир, подходим вот сюда. Откройте лист регистрации, отдельно собирать денежку. За каким столом нет партнера? Поднимите руку. А ты там обоих? Там обоих. Я просил поднять руку, у кого нет соперника. Почему не поднял? Все, садись за стол. Садись за стол. Исерка здесь, в зале? Фисенко. Как он? Нажимайте. Миш, нажми часы за столом. За шашки расставь тут, за обе цвета. Thank you.
Бесенко Олег в зале. Бесенко Александр. Бесенко Александр нет в зале, да? Александр, с Пятигорска, кто знает, где он? Бесенко Александр. Из Ростова. Это не Пятигорск. Хорошо, из Ростова, знаете Ростова? Thank you.
Каких? Когда время закончится, иди, пока ты еще не. Thank you.
8 лет.